пекари, врачи, бактериологи, диспетчеры, электрогазосварщики. Эти и другие специальности были представлены сегодня на ярмарке вакансий для молодежи. Она прошла в центре занятости. Подбор персонала вели 28 компаний. Они предлагали рабочие места с заработной платой от 15 до 70 тысяч рублей. Причем многие готовы принять в свои ряды специалистов без опыта, поэтому на ярмарку пригласили выпускников вузов и колледжей. Я рассматривала вакансию медицинской сестры. Мы заканчиваем в июне месяце. На зарплату мы рассчитываем, ну, не меньше 30, наверное, сейчас, как бы, да, там все как бы разделено. Вот. Хотя бы для девочек, которые вышли с колледжа медицинского. Да, заполнила анкету на финансового консультанта. Надеюсь, пригласят на собеседование лично уже в организацию. У меня общепедагогическое образование здесь не связано никак. А заработную плату, надеюсь, от 25 до 30 тысяч.